решил я съездить в UBC, студенческий городок, очень большой, огромное количество кампусов, других прелестей. 4 апреля, у нас тут Пасха, погода весьма приятная, 10 утра, буквально полчаса на автобусе с центра, с даунтауна, и я уже здесь. Пройдусь, посмотрю, что здесь есть. Многое закрыто, здесь есть, в общем, музеи и прочее, но сейчас мало что работает. Но посмотреть довольно интересно. UBC, Университет Британской Колумбии. Да, есть дух, студенты ходят, кампусы, научные заведения. Да, некоторые воспоминания нахлынули. Ну, думаю, ничего необычного. Студенческий городок. Но довольно приятно. Да, думаю, летом, когда полно студентов, когда все это зелено, это круто. Воздух океанический, солененький. Фактически тут, не знаю, 200 метров. Ну, не 200, но, не знаю, 300-400, и там уже выход в океан. Так, нашел карту. Ну вот, в принципе, на краю. Дальше уже вода. Так расположено. Так, уехал я с тут городка. Ветер ледяной, блин. Но решил пройтись. Чуть-чуть подъехав на автобусе, треть пути. Но зато здесь тоже довольно интересно. Нахожусь на некоторой возвышенности, с нее спускаюсь и иду к
к воде, к заливу. Ну вот, интересно посмотреть, как люди живут. Продолжаю спуск. Ну, кого-то такие прям здания с колоннами. Интересные. И разные. Дойти, конечно. О, зато впереди какой вид. И довольно ледяной ветер сегодня. Хотя солнышко. Продолжаю спуск. Ну, домики здесь красивые, с видом. Хотя рядом магазинов нет. Какой-то такой внятной цивилизации. Но я думаю, для таких выдвинцев не проблема. Ну, машина нужна. То есть едешь, затариваешься чуть ли не на месяц. Ты первый раз вижу крота. О, интересно. Хотя есть какие-то многоквартирные, мне кажется. Ух ты! Что за... Асфальт закончился. Чего себе. Так, о, это довольно странно, то есть даже эти дорожки нету, с той стороны вообще нету дорожки, с этой просто натоптано. Дикость. Просто дикость. Стильные домики. И... Да, кто-то себе заборчик живой сделал. Довольно внушительный. Ну вот, собственно, спустился. И уже будет выход к воде туда. И уже вдоль залива можно идти. Спокойно. Да, растительность, конечно, радует. Никакой городской суеты и шума, но при этом сколько тут, 20 минут от даунтауна. Хаммер. Неплохо. Симпсон. О, Симпсон Стрит. Мне что-то стабилизатор. Иногда падает. Ветер дует. При ветре работает не очень стабильно. Начинает сильный ветер дуть, и он как-то... адекватно себя ведет. Так, надеюсь, здесь будет туалет где-то рядом. А то я уже... Так. Давай.
все еще продолжается трейл с даунтауна, то есть фактически можно сюда ехать на велосипеде. Но я этот весь путь проходил пешком, дальше до UBC, до нудистского пляжа, там за углом. Он такой, можно тут часа три, наверное, минимум топать. Вот оттуда. Даунтауна. Ну, летом, конечно, здесь поприятнее. Сейчас ветер ледяной. Но, тем не менее, люди ну, сегодня же Eastern. Как-то там Eastern. Как-то на русском. Пасха. Во. Ну, тут эти кролики, яйца, вот эта вся тема. Ух ты, вот кто катается вот на этой штуке. Крутяк. В очередной раз я вышел снимать ветреную погоду. И звучит это как-то так. Прекрасно. Просто прекрасно. Кстати, на прошлой неделе был рекордный ветер в этом году. 90 км в час. Довольно порывистый. В этот раз я вновь под выходные нам повезло. Тут немножко приятно, нету разделения на велодорожку и пешеходную, то есть все вместе едут, создается много опасных ситуаций. Ну, в принципе, люди тоже ходят как хотят, вправо-налево. Ну что ж, попробуем выйти поближе к воде, посмотрим, насколько ветрено, не несет ли камеру. Ну, панорама на город красивая. Вот это основная часть даунтаун. Хотя мы больше видим Вест-Энд, нежели даунтаун. Даунтаун он как бы дальше. Вот здесь нет ветра. Смотри, как надо. Yeah.
почилить, посидеть. А, ветер. Да, думаю, у меня будет сплошной шум на записи. Ну, место классное, почилить. На велосипеде сюда довольно просто добраться. Тоже продолжаю идти по побережью. Здесь небольшое отступление. Можно идти, в принципе, возле самой-самой воды, хотя не факт. Здесь яхт-клуб теннисный. Там вроде прохода нету. Это типа по жилой зоне. Но здесь тоже есть на что посмотреть. Красивые домики. Зелень. Будет несколько интересных парков, сквериков, точнее, скверик. Сейчас посмотрим. Такой вот парк. Ну, как-то здесь был довольно приятно посидеть. Пойдем дальше, там еще будет более такие интересные маленькие скверики. Кто-то делает. Где прохлаждается физкультура? Или так. Приятная улица. Продолжает движение по ней. Тесла, конечно же. Очень широкие дорожки. Бетонированные. По таким ходить приятно. Места и довольно комфортно. Такие дома. Кто-то будет жить, пропустите. Да, к сожалению, камера постоянно неправильно снимает. Падает из-за ветра. В этом DJI Osmo 4 подводит. Небольшой ветер средненький. Все, камера заваливается и получается хрень. Очень широкая дорожка. Вот самая широкая дорожка в таком частном секторе, который я видел. Красиво. Marina Place. Продолжаю движение. Вид
А плюс-минус вот такой уже минут 10. Не то чтобы я о чем-то жалею. Но вот там уже будет поворот, развилка, и уже будем приближаться к воде. Ну а тут можно оценить милоту. Ворон, кстати, очень-очень много в Ванкувере. Нигде столько ворон раньше не видел. Голубей очень мало. Я бы сказал, увидеть голубя — это событие. А вот ворон черных, довольно крупных, предостаточно. Ну что, добрались до цивилизации, так сказать. Уже фактически Цулана. Чертовски сильный ветер сегодня. Ужасный ветер. Блин, ну вот это, конечно, попадалово. Выходишь утром на балкон, солнышко, не облачко, ветра нету. Ну кто ж знал, что здание скрывало весь ветер. Ну ничего. Я уже ушел с побережья. Сейчас зайдем за бейговыми и по мосту уже направимся в даунтаун, уже домой. Час дня, это я в 9 вышел, но как бы 4 часа. Хотя до университета полчаса за него, только дорога. Там еще почилил, покушал, позавтракал. Хотя я дома позавтракал. Еще раз позавтракал. Но уже кушать хочется. Час дня. Неплохо. Сегодня прошелся. Десятку. 10к шагов сделал минимум. Какой барбос.
Krill Man. Что за название? Да, как видите, уже цветение фактически закончилось. Буквально неделя. Уже листья опали. Приятно по таким жилым районом погулять с домиками, зеленью. Мне здесь нравится. Можно кота встретить. Кити-кити-кити. Привет, дружище. Никто тебя не погладит. Чем пахнет? А ты какой, да? Пушистый. Все, кота погладил. День удался. Мы идем за бейглами. Сейчас возьмем бейглы без ничего. Plain. А то есть с этим, с сесами. Есть с корицей. Они какие-то сладковатые. Мне вот не нравится совсем. Вот просто без ничего. Очень даже да. Напоминаю, у нас 4 апреля. Приятная погода. Может здесь бейгл взять с чем-то, каким топпингом. Ну, здесь салмон, наверное, местный, невкусный. Так, у нас, конечно же, еще и очередь. Фьорд побери. А может и нет. Bagels. Уже почти дома.
Так, это, ну, фактически 4,5 часа вот по этому мосту прошелся. И уже ноги болят, блин. Обеденное время. Кстати, вот бейговый. Ну, осталось уже два. Один был стратегически уничтожен для поддержания механизма передвижения. Надо будет себе яхту купить. Буду бороздить местные воды. Тема, конечно, классная. И, в принципе, если вот что-то типа такое, оно стоит не то чтобы дорого. И этого может быть вполне достаточно. Вот там наш рынок. Там всякие вкусняшки покупали. Ну и просто очень хорошее место. Каждые 5 минут отсюда вот туда перевозит. Ну, он идет в другие части залива, но вот на рынок там. Так, нужно будет еще зайти в магазин, купить что-то для Бейва вкусненькое. Уже по пути можно было там взять, где сами бейговы, но там либо это манерское мясо, которое невкусное, либо селмон, но он из Сакая, он тоже отстойный. Я делаю свой из нормального фермерского атлантического. Получается 100 раз вкуснее. Ну, цветение уже заканчивается. Что-то можно пофоткать. Я все ближе и ближе к дому. А, наконец-то. Отлично сегодня прошелся. Может еще вечером выйти. И хватит на сегодня. Здесь я уже как-то ходил, снимал. Большой парк. Очень здорово здесь гулять, просто отдыхать. Так, сейчас зайти в магазин. Пить. Бейгу можно
Я уже достаточно близко к завершению. Кто-то там орёт. Кстати, в этом доме я раньше жил. Да, раньше это был вход домой. Но теперь надо пройти чуть дальше. Не то чтобы супер далеко, но чуть дальше. Теперь вот это здание высокое. Дом, милый дом. Был здесь, стал здесь. Район остался тот же, те же магазины и так далее. Очень приятно. Здание. Ну, пока все более-менее устраивает. И, пожалуй, все. Отлично прошелся.